Американский полицейский надел наручники на 8-летнего ребенка. Инцидент, который произошел в штате Кентукки, был заснят на видеокамеру. Правоохранитель явился на вызов в школу для усмирения ребенка, который якобы вышел из-под контроля. На видео видно и слышно, как испуганный мальчик кричит и зовет на помощь. Согласно иску, поданному Центром прав детей, отделение полиции города и сам правоохранитель обвиняются в нарушении федеральных законов, а также законов штата за насильственное удержание школьника без необходимости. Шериф выступает в защиту своего сотрудника, заявляя, что его подопечный не сделал ничего неправильного или плохого.